Уважаемые зрители и гости моего канала, вы на канале Big Squirrel. На этом канале почти ежедневно проходят стримы по Dead by Daylight. А также на 1500 подписчиков я буду проводить конкурс с розыгрышем призов и подарков. Для участия в конкурсе нужно подписаться на канал и присутствовать на трансляциях. Начало конкурса зависит только от вас. Спасибо за активность на моем канале, это лучший комментарий под последним видео. Без подписки нас смотрит 86%, поэтому подписывайтесь на канал, буду всем рада. Буду всех рада видеть на своих трансляциях и на канале. Всем спасибо и приятного просмотра. Храм очищения, Красный лес. По на картонах ползем. Нам хорошо, здесь много кустов. Нам с этого даже плюс, чтобы выпала именно эта карта. То чини, сейчас пойдем помогать. Пока, кстати, не слышно кто. Может быть и не чайки. Топотушек нет нигде, следов. Уже минус ген. А, ладно, до сих пор нет. Дед сейчас тоже зачинит уже. Все, вышел на Ребекку. Дед трудится, механик. А, нет, это Рин. Это Ринка. Это Рин с Мемента. Вот так, первый по весу минус 2 гена. Ой, дедушку увидела. Давай вылечим аптечкой. Быстрее будет. У нас, кстати, там зеленый символ горит, сейчас мы его заберем. Блин, 10 штук надо, нифига себе. Нифига себе. Ты ж нас не видела? Мы всего лишь кустовые нейки. Ой, понятно. А, она сюда и не пошла. Ну и ладненько тогда. Тогда дедушку снимем. Лечиться будем? Смотри, как мой мега-мега быстрый хил. Трачу на вас свою аптечку. Она пустая. А ты дед жадный, да? Ты жадный. Просто жадный тебе подобрал мою аптечку. Зачем тебе моя пустая аптечка? С ней хочешь уйти? Хабар спас просто. Дед хабар спас. Взял и схабарил. Так, у нас первый человек на момент уже готовый. Мне больше нечем тебя лечить. Кончилась аптечка. Найдет на Мемента. Ну, блин. Осталось бы ты тут. Я смогла хотя бы спину дать. А так без шансов. Вставай, Нейка. Тут тупо на жопе катаюсь. Ого. Нашла быстро. Бегаем. Может, с нами пойдешь? Пойдем. А зачем я кинула? Я подумала, что она около меня уже. А
она вообще как бы и не рядом. Она меня там потеряла. Можно было и не кидать. Ползаем на картонах. Потерял меня. Кота не на жопе рулят. Все, все, все. Было да сплыло, все. Надо на себя, конечно, взять. Она совсем улетела отсюда. Я сейчас зачинит уже. Покатились на жопе. Ну, с ворота прям здесь с тобой. Где-то еще, где-то там сейчас грохнется на колени. Она идет обратно. Давайте попробуем. А, там выхода нет. Ей вообще на меня пофиг. Блин, это ворота открывать. Ай, ворота закрыты. Еще не разблокались. Где ты там бегаешь? Ну, не успела. Уезжаем на жопе. Я здесь. Господи, как ей на меня пофиг, это просто уму непостижимо. Вообще, он где-то так долго ворота открывает. Там что, помни меня? Дед на ране бегает. Она что, на месте стоит? Да отпусти дедушку, отпусти деда. Так, да. Дедушка старенький, войну прошел вьетнамскую. Переулок Лэмпкин, Хенденфильд. Так, Нейка с тремя родными. Я думаю, что кто у нас? А, так, о, ну понятно, у нас чужик. Я думаю, очередной раз Чаки будет. Блин, надо поставить грильницу. У себя. Сюда прям на входе. На самом деле я все это время молчу и смотрю, как мансит. Как мансит Микаэла. И просто боюсь сглазить, потому что как только я говорю, что человек хорошо мансит, или смотри, сколько она бегает, или он бегает, неважно, то она обычно сразу падает. Но там, видимо, спинки давит, поэтому все хорошо. Ну, неплохо. Два генератора. Так, вытаскиваем гриницу. Ставим вот здесь. Он идет к нам. Не стал в окошко прыгать, да? Сокращать путь не стал. А вот теперь сократил. Он какой-то хитрый. Так, время баланса, короче. Время улепетывать-то в балансе. Блин. Просто топим Shift V. Низкая текстура у меня в любом случае хвостом пробьет. Так,
Он что-то не пытается бить обилкой, хвостом не бьет. Есть пробитие. Я отвлекла, подумала, что может подбежит кто-нибудь попробует поднять. Тем более там быстрая хилка. Что-то она кого-то всех потеряла, да? Не за камень бежит. Сейчас вылезет. Давай-ка в мейн перетекаем. Не хочет? Пойдем за нами. Я для тебя гриленицу поставила. Не повелся, не повелся. Не повелся. Пойдем опять на гридницу. Пошли. Туда тебя. Помню, я зря сюда пришла. Ух ты, нифига себе. Это очень далеко. Прям очень далеко. Я вообще не думал, что он так может пробить далеко. Сейчас бы кто-нибудь подбежал бы ко мне, конечно. Но нет. Фига себе, хвост длинный. Достает черти куда. Интересно, мне хватит лечиться тем, что у меня есть? К сожалению, нет. Блин, все лежат. Что делать? Что, походу, еще ген пынул, да? Или нет? Нет, не пинал. Кстати, вся хилка зря пропадает. Иди там, спасай. Ой, это тут секущий. Надо тэпнуть. Обратно идет. Садится за другой генератор, он этот не отдаст теперь. Не будем шуфтить. Уйдем по-тихому. Очень горячий ген. Я бы сказал, мега горячий. А, у нас треугольник. Это будет сложно, очень, очень сложно. Очень маленький треугольник. Слышу, ген горячий. Ну, сейчас секущий будет. Мы не успеем. Или успеем? Успеем. Адреналин есть у Микаэла.
Ты меня не видишь? Молодец. Стелс, просто стелсные. Бегу давать спину. Хотя с хвостом это, мне кажется, не особо реально. Розыгрыш, кстати, был. Наблюдение, розыгрыш, чертик. Связь, тревога, мародерское чутье. Два адреналина, кстати, было.